Открывшийся год назад частный детский сад «Айгулек» в рамках государственного заказа занимается дошкольным образованием малышей. В небольшом образовательном учреждении, рассчитанном на 75 детей, работают в основном молодые специалисты, поскольку, по словам директора, молодежь легче осваивает инновационные образовательные технологии. Два молодых специалиста, трудоустроенные в рамках госпрограммы, намерены в процессе работы повысить свой уровень. Мы предоставляем два рабочих места. Это два воспитателя с нулевым стажем, которые закончили наш Каспед-колледж по специальности дошкольное образование и Кустанайский институт дошкольное образование. Сейчас эти работники работают с марта месяца, с работой справляются, показывают хорошие результаты, на хорошем счету, в коллективе пользуются уважением. Специалисты и работодатели очень довольны, что есть такая программа. По словам директора детского сада, они и дальше будут сотрудничать с центром занятости. Молодой специалист Асем Садуова очень рада, что в скором времени будет принято на постоянное место работы. Закончила колледж, гуманитарно-технический колледж в городе Щучинске, воспитатель по профессии. Сейчас работаю в детском саду, в частном детском саду «Айгулек». Профессия мне очень нравится. Спасибо программе «Центры занятости». Устроилась я в этом году, в марте месяце, работаю уже как 7 месяцев. Работа очень нравится, перспективная работа. В дальнейшем хочу уже высшее закончить образование. Я с детства мечтала быть воспитателем, осуществила свою мечту. На сегодняшний день в Акмолинской области в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на социальные рабочие места трудоустроено 566 человек. Зарина Дисикеева, Бибинура Мирханкызы, Бауыржан Смагулов, Кокшак, Парад.